Партийные билеты нового образца получили уже свыше 1000 петропавловских нуротановцев, в том числе и специалисты Департамента по защите прав потребителей. Побывали на вручении и наши корреспонденты. Это уже не первое вручение новых членских билетов партии «Нуротан» за этот месяц. Аналогичные документы получили уже более 1000 петропавловцев. Сегодня их вручают еще 24 членам первичной партийной организации. Все они специалисты Департамента по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области. Я в партии «Нуротан» состою с 2008 года. Для меня это важный, волнительный момент сегодня. Сегодня мы получили членский билет нового образца. Это повышает нашу ответственность, целеустремленность в работе. Помимо партийного билета, в подарок каждому брошюра «Политическая доктрина партии. Казахстан. Цели 2017. Национальный план действий». Кстати, в ближайшее время новые билеты получат и остальные члены первички департамента. Всего в ведомстве трудятся свыше 60 специалистов. Более половины состоят в партии «Нуротан». В работе здесь стараются опираться на различные государственные программы, например, на «Саламаты Казахстан». Красной нитью в проекте проходит повышение качества медицинских услуг. Эпидемиологическая ситуация по большинству инфекционных заболеваний стабильна. У нас снижается заболеваемость с острыми кишечными инфекциями, сальмонеллезом, ротавирусной инфекцией, хроническими вирусными гепатитами, не регистрируются особо опасные инфекции. Государство выделяется большие средства из государственного бюджета только на прививки населения нашей области. На нашу область выделено более 500 миллионов тенге. В ближайшее время новые образцы партийных билетов получат еще свыше 4000 петропавловцев. Ирина Панфилова, Виталий Потеряев, новости МТРК.